Всем привет! Вы на канале Школы Вязания. С вами Катерина Мушин. Я сегодня вам предлагаю добавить копилку ажурный рисунок. Вот рисунок у нас с центральной петлей. А здесь вот ажурный узор имеет эффект, как будто это перекрещение. Но на самом деле это просто ажур. Значит, лицевая сторона вот так выглядит изнанка. Использовать данный узор можно для разных демисезонных или летних кофточек. Я его подбирала для вязания носочков. Значит, вот такой носочек у нас сейчас в разработке вяжется. Вот этим рисунком в перевернутом, конечно, состоянии. Вот с этой стороны, если смотреть. Вот видите, ажур в одну сторону, центральная петля в другую сторону. Значит, вот на носочке этот рисунок у нас на акриле. Вот. Так нежно-нежно он выглядит. Кстати, носочек будет достаточно теплый, вне зависимости от того, что рисунок у нас ажурный. Этот же эффект можно взять для шапочек или беретов именно на осень или весну, тоже с таким эффектом. Этот же образец я вязала из хлопка, достаточно плотного, как видите. Значит, мы должны набрать количество петель кратно 10, плюс петелька симметрии, плюс 2 кромки. Я, как всегда, возле кромок платочного узора еще набрала одну петлю, чтобы просто выделять крайние мотивы. Вот. Схемку этого рисунка и по кругу, и поворотными рядами можно посмотреть на моем сайте, ссылочка будет под видео. На спице я набрала 23 петли, это на 2 раппорта рисунка. Итак, первый ряд у нас с лицевой стороны. Крайнюю петлю снимаем. Вяжем раппорт узора. 2 изнаночных. Изнаночная. 1. Изнаночная. 2. Дальше 2 лицевые. 1 изнаночная. Теперь ниточку оставляем за вязанием. Снимаем петлю не провязанной. Снова 1 изнаночная. 2 лицевые. 1, 2. И еще одна изнаночная петля. Значит, смотрите, вот эти 10 петель, кроме кромки, это раппорт рисунка. Мы его должны повторять. Так, вяжем снова 2 изнаночных. 1, 2. То есть сейчас получили 3 изнаночных подряд между раппортами. Вот, видите, вот здесь по 3 изнаночных подряд. Дальше 2 лицевые. 1 изнаночная. Нить за вязанием снять петлю не провязанной. 1 изнаночная. 2 лицевые. И 1 изнаночная. Вот это второй повтор. Таким образом вы повторяете, пока на спицах не останется 2 петли. Петля симметрии вяжется изнаночной. Кромку вяжем изнаночной. Это первый ряд. Повернуть вязание. Так, с изнаночной стороны второй ряд. Первую петлю снимаем. Петля симметрии вяжется лицевой. Дальше раппорт рисунка. Еще одна лицевая. 2 изнаночных. 1 лицевая. 1 изнаночная. 1 лицевая. Дальше 2 изнаночных. И 2 лицевые. Вот такой раппорт рисунка. Повторяем. Лицевая. 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных и 2 лицевые. Повторяем до последней петли, кромку в конце вяжем изнаночной петлей. Это второй ряд. Работа повернуть. Третий ряд у нас с лицевой стороны. Крайнюю петельку снимаем. Раппорт узора. 2 изнаночных. 1 изнаночная, 2. Затем делаем накид и выполняем над лицевыми убавку влево. Переснять 2 петли, повернув их правыми стеночками назад. Вернуть обратно на левую спицу и провязать вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше 1 изнаночная. Нить за вязанием снять петлю не провязанной. 1 изнаночная. Теперь убавка с уклоном вправо. Слева направо следующие 2 петельки провязываю вместе лицевой петлей. Делаю накид и еще одна изнаночная петля. Так, данные 10 петель это раппорт рисунка. Повторяем.
2 изнаночных, 1, 2. Делаем накид, убавка влево, переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно и вместе провязываем за заднюю стенку. Дальше изнаночная, нить за вязанием, снять петлю не провязанной, изнаночная. Теперь убавка с уклоном вправо, слева направо 2 петельки, провязать вместе лицевой петлей. После сделать накид и еще одна изнаночная петля. Вот второй наш повтор. Повторяем таким образом до последних 2 петель. Петелька симметрии, изнаночная, кромку изнаночной петлей. Это третий ряд. Повернуть вязание. Четвертый ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. Значит, петля симметрии лицевая. Дальше, раппорт рисунка. Одна лицевая, 2 изнаночных. 1, 2. Одна лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1, 2, и 2 лицевые. Последние 10 петель раппорт рисунка повторяем. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных и 2 лицевые. Повторяем так до последней петли. Кромку вяжем изнаночной петлей. Вот так готово. Значит, вот эти 4 ряда. Это один вертикальный раппорт рисунка. Дальше узор начинаем с первого ряда. Кромку снять. Раппорт узора был 2 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная. Нить за вязанием снять петлю. 1 изнаночная, 2 лицевые и изнаночная. Вот это раппорт первого ряда. Подробнее вот рисунок, который мы получаем, повторяя с первого по четвертый ряды. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушин. Всем до новых встреч. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place.